Всем здорова, ребят, с вами Лионель Джустиньяно, и приветствую вас в очередном выпуске видео по NHL 18, режим хоккейной лиги чемпионов. В прошлом выпуске мы вышли из группы с первого места, 4 победы, 2 поражения, хоккейный клуб Неман из Гродно, и в 1/8 финала мы играем против Ивка. Первый матч будем играть в гостях, второй, соответственно, дома. Ну все как в футбольной лиге чемпионов, вы все знаете. Ну что же, не будем тянуть, поехали. Все, чуваки, поехали. Играем в Хельсинках, столице Финляндии. 1/8 финала Лиги Чемпионов. Сразу проверим вратаря. Бросок мощный. Бросок опасно. На месте наш вратарь Саманков. Переводим шайбу на левый край. Простите, на правый. Бросок, гол! Ух ты! Вот так вот. Подставили клюшечку и в домик 1-0. Открываем счет. Вот такая вот неприятная шайба для вратаря финской команды. Александр Жидких. Второй гол в этом турнире. Смотрим повтор. Чик. Есть. Гостевой. Ух ты, опасно. Вратарь не смог прижать шайбу к себе. Карлсон. Съебался отсюда. Первый период кончается. Статистику видите, ребят. Мы, в принципе, лучше. Ну, больше вам можно и не говорить. 1-0. Идем дальше. Так, прессингуют финны. Походу, тренер их немножечко в раздевалке привзбодрил. Бросочек. Вижу. Гол. 2-0. Это пасьют. Это, по-моему, 7-е очко его уже на этом турнире. 4-й гол. Передача лисички на Кислова. Грегорш. Пасьют. Польский хоккеист. На минуточку. Опанен. Вот так вот жестко, ребята, давить. Отлично, вот об этом я говорю. Прессинг, ух ты, блядь, отвечает нам той же монетой. И Саманков прижимает шайбу к себе. За 7 минут 9 секунд до конца. Бросание в нашей зоне. Держимся, ребята, держимся. Ленка ждет адресата. Его получает. И на пятачок сразу же. Было круто. Иронин. Переванин. Продолжает катать наши соперники шайбу. Бросок. Кистевой. И вновь Саманков. Вновь Саманков успел переместиться. Спокойно закрыл ворота. И ловит эту шайбу. Так, ребят. Второй период кончается. Мы ведем 2-0. Все хорошо. 13-1 по броскам в нашу пользу. По силам тоже неплохо. Смотрим, что будет в третьем заключительном периоде. Пасьют. Обыгрывает. Останавливается. Еще передача дальше. Опасно. Бросок. И вновь Саманков. Ну, для Саманкова это семечки на самом деле. Почему? Потому что бросает по сосных углов. Да, 12 сейвов. Да, он все ловит. Но это, так сказать, его броски, которые он обязан. Я даже не скажу вытаскивать, я скажу ловить. Ложится, сука, 2-1. Неприятная шайба. Саманков ее пропускает. Ахтала. Астен, держать. Хорошо. Опасный бросок. Держимся, ребята. Держимся в зоне соперника. Понимаю, что устали. Заряжай. Бросок, вратарь парирует. 10 секунд осталось, 10, и главное не пропустить, ребята. Вараскас, ну, ложится, отлично, выход 1-1. Блядь, вывел вратарь, клюшка эту шайбу, но ничего, 2-1, мы ведем 1-0 в этой серии. Второй матч, переносимся туда. Так, ребят, ответный матч. Неман Гродно против Ивка. И вот сверху нам показывают, что мы выиграли первый матч 2-1. Сразу начинать прессинговать и не дать забить сопернику быстрый гол. Наша цель в этом матче. Сьют. Кистей! Я думал гол. Штанга. Опасный бросок и 1-0. 1-0.
ведет наш соперник. И общее количество голов сейчас 2-2. Ничья. Ну, в любом случае, надо стараться забивать. Надо стараться забивать. Наш соперник открыл счет. Этого я не очень хотел. Пас, Малайка. Выход 1-1. Ну, Алексей, почему не забил? Тальми. Конор, щелчок, 2-0. Но судья эту шайбу не засчитывает. Не засчитывает эту шайбу. А нет, ребят, засчитывает. Засчитывает. И мы просираем пока 3-2. И это очень прискорбно. Бороться, бороться. Стефанович, штанга еще одна. Ну что, ребят, неутешительное начало матча. Первый период мы проебываем. По броскам, по голам. Да, в принципе, по всему. Ну, давайте же встряхнем нашу команду. Нам нужна поддержка наших болельщиков. Нам нужна поддержка всего мира. Давить. Обязательно прессинговать. Обязательное давление. Постоянно, постоянно нужно давить. Нельзя дать бросать нашему сопернику. Атала, ну! Как же опасно-то это сейчас было! Мог делать 3-0 счет. Щелчок, Энгрен. С конца прошлого матча он просто великолепен. Он вытаскивает все. Он вытаскивает просто все. Но нам нужна хотя бы одна шайба. Хотя бы одна шайба. Входит в зону. Щелчок, ну, почему добивания-то не было? Ну что ж такое? Малайка, хорош. Да почему ж ты не берешь шайбу, ебаный в рот? Почему он ее не взял? Пока ничего. Ничего у нас не получается. Совершенно. Ни созидания в атаке, ни действий в обороне. Пока что теряем шайбу на ровном месте. Нет никаких открытий. Подпасы, ничего нету. Вот, пожалуйста, вот. Вот такие глупые ошибки наши защитники совершают в этом матче регулярно. Я не понимаю, что за мандраж. Мы выигрываем первый матч, затем сливаем второй. Это пока что по итогам полутора периодов. Давай, 3-2, выход, ребята, давай, нужно забить. Обязательно нужно забить, ну! Во втором периоде просто нет команды. Просто ее нет. Вообще никто не открывается. Ну, давай. Щелчок. Давай, 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 на пятак, ну! Гол! Да, блядь, 2-1! Мы возвращаемся в игру. Наконец-то, наконец-то мы забиваем. Ух. Важный гол, очень важный, в раздевалку. Идем дальше. 3 минуты еще играть. Кислый. Гол! 2-2! Кислый! Хорош! Теперь мы ведем 4-3. Артем Кислый, правый нападающий, 87 номер. Бэм! Ингрэм остается неудел. Вот это нервоз. Но это плей-офф Лиги Чемпионов. По-другому здесь и не может быть. Период заканчивается. Отлично. В конце мы включились. За 3 минуты до конца забросили 2 шайбы. Давайте же перейдем в 3-й период. И посмотрим, кто же все-таки пройдет плей-офф. Бросок с острого угла. Саманков, держись, держись, старичок. Карлсон. Эронин. Бросок. Саманков вновь держится, держится. Хейскенен. Эронин. Еще бросок. Где шайба? Бадун с ней. Ну, почему ж ты не принял-то? Почему ты не принял шайбу, мужик? Проброс, проброс. Надо перевести игру в зону соперника обязательно. И попробовать поконтролировать шайбу по максимальному количеству времени. Жидких на точке вбрасывания. Третья тройка нападения у нас на поле. Прессинг. Сразу же включаем прессинг. 4 минуты до конца. Остается бросок опасный. Нельзя пропускать. Ох, нельзя пропускать, ребята. Пас, пасьют. Кистей! 3-2! Я аж голос сорвал, походу, пацаны. За 55 секунд мы делаем счет, недосягаемым для нашего соперника. 3-2. Пятый гол Грегорша с пасьюта. И, наверное, один из самых важных на этом турнире. Великолепный по точности бросок. Хлесткий.
как удар по яйцам. И мощный, как удар молота. Ну, естественно, у финнов пустые ворота, куда без этого. Щелчок, ломается клюшка. Ломается клюшка, ускоряемся. 11 секунд до конца. Ну все, это все, ребята. Это победа. Мы идем в 1/4 финала Лиги Чемпионов. Да, все, все. Победа, победа. Скидывают клюшки наши игроки. Радуются. Победа. Подводим итоги и смотрим, кто попадется нам в четвертьфинале. Так, чуваки, давайте же просимулируем день и посмотрим. Раунд плей-офф закончен. Так, симулируем. Опа. Играть мы будем против Red Bull из Мюнхена. У них просто невероятно мощная статистика. Они выиграли на протяжении этого турнира 7 матчей. Проиграли всего лишь один. Но и у нас очень даже неплохая статистика. 6-2-0. Ну что же, ребят, очень тяжелый нам соперник попадется, я в этом не сомневаюсь. Red Bull из Мюнхена. И первый матч мы будем играть дома в Гродно. И я думаю, это свою роль определенную сыграет на развитие событий. Ну что, хочется сказать спасибо за просмотры. Ставьте лайки, оценивайтесь, подписывайтесь, комментируйте. Ну все как обычно, вы все знаете. Смотрите хоккей, любите друг друга. Всем удачи, всем спасибо, всего доброго. С вами был Леонель Джустиньяно. Пока!